В Анапе, похоже, устанавливается по-настоящему теплая погода. Символом наступления долгожданной весны стали цветы магнолии. Довольно редкие для нашего города деревья расцвели в саду сельскохозяйственного техникума и на улице Калинина. Вообще представители этого рода растут в Северной Америке и в странах Восточной Азии. В России в диком виде магнолия встречается только на острове Кунашир. Но уже несколько лет у анапчан и гостей города-курорта также есть возможность полюбоваться цветением этого красивого дерева. Прохожие с удовольствием делают фотографии и рассылают их друзьям. Творение Господа Бога. Только любоваться можно и восхищаться. Что об этой красоте можно думать? Восхищаюсь. Сняла красоту вот эту, чтобы поделиться со своими знакомыми. На зиму мы его обкутываем от холода, потому что ветер у нас обжигающий зимой. Вот. А по теплу она расцветает, все ходят, радуются, любуются. Она красивая, она разнообразная. Есть лимонного цвета, есть она расцветает типа кувшинки. Вот лепестки, и у нее вот это вот соцветие очень красивое.